Итак, ребят, приветствую вас. Вот хотел с вами поделиться своей находкой. Я случайно зашел в магазин один из, ну, какой называть не буду. Вот, и смотрите, не знаю, удивлю вас или нет, сам был весьма удивлен, когда встретил вот такого рода парфюм. Вот. Я как-то помню, у нас были дебаты, когда я делал обзор, по-моему, Трюфета, и Широков, один из подписчиков, привет, сказал, что я, говорит, кроме фанфуриков с названием Саша больше ничего не встречал. Вот я встретил вот такой вот парфюм одеколонь, вообще правильно одеколон, это твердый знак, тройной, пузыречек достаточно маленький, он такой вот размерчик у него всего. Когда-то, я помню, при Советском Союзе это был такой внушительных размеров пузыречек. Сейчас он маленький, выпускается новой зарей. Вот. И вообще у тройного одеколона очень интересная история. Вот я нарыл, я как-то слышал о том, что это было изобретено давным-давно, еще при Наполеоне. Вот. И он шел как целебное средство. А поскольку Наполеон в свое время обязал всех, значит, излагать содержимое, то есть раскрыть тайну содержимого всех, значит, целебных и лечебных средств, вот, то те, кто изобрели данное лечебное средство, они добавили туда парфюмерные масла, как я понял. Вот, они не захотели раскрывать секретов вот этого целебного средства, и называли его уже как парфюмерное средство. Вот так появился тройной одеколон. Более того, ребят, сейчас я вам покажу, что я еще нашел. А нашел я вот что. Смотрите, полюбуйтесь. Тот же производитель. Это уже у нас Шипр. Вот. И о Шипре я уже вам расскажу чуточку позже. Вот. Ну, а вначале я это в качестве анонса побреюсь и побрызгаюсь тройным одеколоном. Ну и, собственно говоря, вспомню наши былые застольные времена. Вот. Всем удачи, и я надеюсь, скоро увидимся. Пока.